Здравствуйте, магазин luchet.ru. Сегодня мы снова смотрим с вами наши любимые украшения. И тема у нас сегодня бескаменка. Бескаменка у нас сегодня совершенно разная. Не все из них, они у нас комплекты. Поэтому просто вот подборка бескаменки. Начнем вот с этих сережек. Делает их завод Невский. Вот так вот, видите, этот нижний элемент, он у нас немного подвижный. Они у нас не гладкие, нижняя часть, а верхние. Такая галочка гладкая. Швензы у нас специально, опять же, Невский всегда делают высокую, чтобы сережки не заваливались на ухи. Вот такая вот конструкция подвижная. Серьги называются мана. То есть приличная, стильная такая бескаменка, которая будет вас радовать в любой и выручать в любой ситуации. Собственно, бескаменка этим и хороша, что не надо подбирать ее к одежде. Далее мы смотрим, комплект называется органза от завода Циркон. Тут колечко у меня размер 19,5. Видите, такой фантазийный серебряный узор. Чуть-чуть бабочку почему-то мне в этот раз напомнил. И серьги. Легкие, воздушные, просто серебряный орнамент. Наверху квадратик, внизу прямоугольник. Все это с орнаментом. Опять же, швенза чуть-чуть. Кстати, крючок здесь не сильно открывается. Немножко швенза завышена, поэтому на средний, я думаю, прокол. Вот такой вариант комплекта. Без каменочки, очень приятный. Называется органза от завода Циркон. Далее мы смотрим завод Невский. Также кольцо называется кружок. Размер 18,5. Ну, такой легкий вариант. И к нему у нас были родные серьги поменьше. Остались только те, что побольше. Также называются кружок. Обращаю ваше внимание, что одеваются, их можно носить в двух вариантах. Либо вы вот этим одеваете вперед, либо вот этим. То есть кому что нравится, как говорится. Да? Вот так. Вот в таком формате получается. Тогда вы, получается, этот кружок сзади мочки уха. Либо в противоположном, тогда он будет спереди. Вот такие вот, опять же, гладкая бескаменочка от завода Невский. Далее серьги, которые назвали просто овал от завода Сереброника. Это у нас Пермь. Гладкое серебро, без всяких затей. Опять же, хорошо открывается замочек, то есть на высокий прокол тоже подойдут. Никаких себе придумок, просто обыкновенные гладкие сережки. На каждый день, не на каждый день, одели и пошли. Такие же точно серьги, называются тангл, форма нижней части просто немножко другая. Также английский замочек, легко открываются, большой дает простор. По весу, кстати, эти серьги 7,27 грамм, то есть совсем-совсем не тяжелые, поэтому подойдут, в принципе, на любой прокол. Дальше мы смотрим вот такое вот колечко. Это делает завод Вега. Называется кольцо Яффа. Сейчас померяем с вами. 17,5. За счет того, что шинка вот так плотная, я думаю, что, ну да, села, но плотно. На 17,5. Вот такой вот фантазийный серебряный узор. Кольцо Яффа от завода Вега. Далее также завод Вега. Кольцо называется Ялта. Здесь у нас древовидный орнамент. Такие немножко принты а-ля цветочные. Размер 19. Ну вот 18,5 он мне болтается, это кольцо. Так что 19 сядет на 19. К сожалению, у меня нет таких пальчиков. Далее еще одно кольцо называется Челма. Здесь оно состоит из двух элементов. Гладкая одна часть и вторая такая узорчатая. Тоже интересная. 17,5. Практически на пол фаланги садится. Ну вот, кстати, 17,5 за счет широкой шинки мне село очень плотно. И, кстати, вот так мне нравится больше. Кольцо Ялта. Еще одно колечко от завода Вега называется Паутинка. Видите, совершенно оно прозрачное. Это хорошо, при широкой шинке не будет потеть рука внутри. Размер 18, поэтому я одеваю на 17,5, мне превосходно село. Меньше брать не надо, больше тоже улетит. Далее еще одно колечко с бескаменкой, называется Меандр. Здесь такой орнамент нарисован, а-ля греческий. Просто ровненькое колечко, размер 17,5. Вот такой вариант. Далее мы смотрим комплект, который называется Ливень. Вот такая интересная форма кольца. Размер кольца у нас здесь 18,5. Мерю на 18,5. За счет шинки прям, ой, очень плотно.
Мне кажется, 18,5 надо на 17,5. Вот превосходно мне село. И к нему у нас вот такие сережки. Посмотрите, они совсем-совсем небольшие. Скругленная часть, замочек английский. Плотненько садятся на ушко, закроют полностью прокол. Вот такой вот комплект для повседневного, для повседневной носки, для любого совершенно наряда. Называется «Ливень». Делает его завод «Фит» питерский. Далее мы смотрим кольцо, еще одно тоже очень интересное, совершенно гладкие линии, изгибы. Называется кольцо Road. Размер 18, ну не зря, на 17,5. Можно вот в таком формате и можно вот в таком. Кстати, вот мне, например, в таком удобнее. Кольцо называется Road. Далее комплект называется гейша, продаются по отдельности кольцо и серьги. Вот такое широкое колечко, внизу оно тоненькое, кверху постепенно расширяется. У меня сейчас в руках 18 размер, поэтому меряем на 17,5 за счет широкой шинки. Ну, мне село как бы превосходно. И к нему, о, зацепились. В друзьях кто-то набился. И к нему вот такие серьги, которые полностью повторяют фактуру серебра. Также у нас английский тугой замок. Английский замок очень хорошо открывается. Немножко занижен штифт, поэтому сядут они также практически на любой прокол. Вот такой вариант без каменочки. Называется гейша. У завода Вега. Далее мы рассмотрим. Сейчас я найду только колечко. Тинь-тинь-тинь. Колечко. Называется комплект Snail. Вот так выглядит кольцо. Здесь у нас размер 17,5. Смотрите, там внутри полость достаточно большая. Поэтому я думаю, что 17,5 сядет хорошо на 17,5. К нему вот такие серьги. Они немножко похожи, напоминают по форме конга. Также на английском замке хорошо открываются, хорошо сядут на любой прокол за счет центра тяжести. Вот. И к нему же в этом стиле сделана подвесочка или кулон. Кстати, очень интересно сделан, видите, проем для посадки цепочки. То есть он у вас не будет закручиваться. Называется комплект Snail. Делает завод Сереброника. Далее мы смотрим кафы. Также от завода Сереброника кафы. То есть вы одеваете его на боковую. Если уши не проколоты, можно и вниз. Главное поджать под свою мочку уха. И в таком формате они у вас будут украшать ваши ушки. Кафы. Еще один вариант. У нас часто женщины спрашивают. Это просто швенза. Если у вас есть желание, вы можете камушек на петельки или любую подвеску всегда на нее одеть. Некоторым она бывает необходима для каких-то других украшений. Так что просто швензы отдельно тоже продаются у нас. Далее серебряный браслет идеально гладкой формы. Называется он «Зеркало». Вот в таком формате. К нему у нас есть, к этому браслету есть серьги, которые также имеют идеально гладкую форму. Значит, замочек у нас английский, открывается очень широко, поэтому сядут они на любой прокол. Вот такие вот сережки. Есть также вариант без каменки конга. Ну, это классический вариант конга. Сейчас найду замочек у них здесь. Это открывается и не очень что-то я не могу попасть в закрывашечку, вот, просто неправильно попала. Это обычные варианты конка. В данной ситуации у нас диаметр здесь 4 сантиметра. Далее серьги Пудси от завода Невский. Они тоже сделаны как конга, такие немножко стилизованные. Видите, все как соты наполнены. Открывается английский замочек. Вот такой проем для мочки уха. Для, я думаю, что для плотной мочки может возникнуть вопрос. Так, сейчас мы проверим. Вот такой вариант серег. Называются серьги Пудси. Далее мы смотрим, комплект называется Drops. Сейчас
Сейчас я колечко найду от него. Значит, у этого комплекта у нас есть вот такая подвесочка и серьги. Обращу ваше внимание, что серьги у нас асимметричные. То есть в одной части капля вниз, в другой сережке капля наверх. Вот в таком формате мы их носим. Обыкновенный также английский замок, достаточно широко открывается. Вот такие вот. Серьги и кулон от компании Сереброника. Называется Drops. Далее мы смотрим серьги от компании Сереброника. Называются View. Здесь просто витая серебряная ленточка. Серьги длинные, очень хорошо вытягивают шею, когда вы их носите. Вот такая бескаменочка. Еще один интересный комплект, называется он Шавала. Вот такой кулончик. И вот такие вот серьги. Также английский замочек, достаточно широко открывается. Полностью закрывает ваш прокол, мочку уха. Называется комплект Шавала. Бескаменка хороша тем, что ее можно совершенно спокойно миксовать друг с другом, одни изделия с другими. Далее комплект, кольцо называется лента. Оно у нас безразмерное, то есть вы можете для себя его немного раздвинуть, если в этом есть необходимость. Вот, ну, мне плотновато, можно его немножко будет раздвинуть. Так, еще одно кольцо, также длинное, практически на пол фаланги. Здесь такой у нас орнамент, вернее, веточка цветочная с листиками, 19 размер. Думаю, что на 18,5 за счет того, что длинное очень колечко. Вот такое вот прекрасное кольцо. Называется Ванула. Далее мы смотрим кольцо. Оно называется Грейн. Ну-ка, правильно я посмотрела, Грейн. Да, Грейн называется. Видите, такая как бы а-ля цепь витая на колечке. Сейчас я померю размер. 17, значит, на 16,5. И серьги к нему. Ну, тоже такие а-ля стилизованные конги. Да, конга. Такие-то конга, это всегда у нас беспроигрышный вариант в плане посадки и в плане... Я думаю, что мы вот так сделаем, чтобы посмотреть. И в плане носки. То есть вы одели их. Комплект на каждый день, легкий такой. Вроде бы украшение есть, но не особо бросается в глаза. Называется Грейн. Далее. Интересная подборка с крестиками. Сейчас у нас молодежь особенно любит всякие такие вещи. Здесь просто гладкий крестик на английской, опять же, на английском замочке, на подвесочке. Кстати, не очень, нет, сильно открывается достаточно замок. Вот эти крестики у нас достаточно маленькие. В продаже они у нас есть нескольких размеров, нескольких моделей. Я просто показала вам, сейчас покажу всего несколько вариантов. На сайте их, конечно, гораздо больше. Вот такой вариант крестиков. Дальше крестики, которые не имеют подвески, а просто на английском замке. То есть они плотно садятся на мочку уха. Достаточно широко тоже открываются. Мочка у вас будет полностью закрыта. Вот такой вариант. И еще одни крестики, которые достаточно крупные, большие и имеют на наружной фасадной части такую, видите, нанесена гравировка. Интересно, хорошо видно видео? Да, достаточно видно. С гравировкой. Вот такие кресты от завода Сереброника. Завод Вега делает сережку, которая продается поштучно. То есть вы можете в одно ухо, например, поставить обыкновенную швензу или пусету, а во вторую вот такую вот Эйфелеву башню. И под завязочку сегодняшнего просмотра у нас такой интересный комплект. Не знаю, насколько он вам будет интересен, но тем не менее. Стилизованные спички. Смотрите, вот такие сережки. Я возьму колечко сначала. То есть колечко у нас завернуто, как спичечка, свернутая в клубочек. Идут серьги.
На серьгах получается сломанные спички. Никак не хочет она мне примоститься. Вот так смотрятся сломанные спички. И к ним есть подвесочка, вернее, это колье, потому что продается она совместно с цепочкой сразу от завода «Эффект». Вот такая подвеска в форме спички. Вот такой просмотр сегодняшней бескаменки. На этом он у нас закончился. Желаю вам всего хорошего, удачного проведения времени. Ждем вас в нашем магазине. Мы всегда вам поможем с выбором. До свидания.